Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я занимаюсь продажей новостроек в Рязани. Если хотите купить квартиру в Нобеле, в другой новостройке с максимальной скидкой, звоните мне по телефону, телефон внизу экрана. Сейчас нахожусь рядом с жилым комплексом Нобель, небольшой видеообзор вашему вниманию. Так, ну вот смотрите, перед вами сам жилой комплекс Нобель, который строит застройщик «Северная компания», там, можно сказать, в 5 или меньше минут от центра. На перекрестке улицы Новая и улицы Радиозаводская. Вот такой вот дом состоит из двух подъездов разной этажности. На первом этаже расположена коммерческая недвижимость. То есть у вас будут в вашем же доме, если вы купите здесь квартиру, какие-то полезные магазины. Скорее всего, зайдет какой-нибудь сетевик. Все будет у вас в шаговой доступности. Даже не то, что в шаговой доступности. Спустились на первый этаж и, пожалуйста, у вас магазинчики. Так, ну дом строится быстро. Он расположен буквой «Г». Сейчас какой план наших действий? Со мной сейчас зайдем на территорию, посмотрите, реально расположено, как расположены подъезды, как вот эта буква «Г», место дворовой территории. Потом с вами пройдем по нежилому помещению, там высокие потолки, может быть, поснимаю вам что-либо, увидите. И с правой стороны, вот по этой улице, там впереди частный сектор, расположено место под парковку. То есть у нас будет с вами красивый современный дом с квартирами, будет дворовая территория, посмотрим помещение и увидите, где расположен паркинг, потому что это очень важно. Потому что квартиры, когда строятся в центре, первый вопрос, где люди будут ставить автомобили. Вот здесь «Северная компания» решила этот вопрос в положительном ключе, то есть будет отдельный паркинг под парковку, я так понял, что несколько уровней. Ну и пойдемте со мной посмотрим, что происходит внутри этого дома. Я сейчас как бы нахожусь на месте предполагаемого дворовой территории жилого комплекса «Нобель». Соответственно, стоит такой буквой «Г». Первый подъезд, второй подъезд стоит из двух подъездов. Квартиры интересной планировки. Есть квартиры с меньшей площадью, есть квартиры реальной смарт-планировки с большими кухнями-гостиными. На первых этажах расположена коммерческая недвижимость. То есть, видите, высота потолков, это вот первых этажей. Соответственно, здесь будет какой-нибудь сетевик, какие-то полезные помещения, полезные видеоуслуг для жильцов жилого комплекса «Нобель». То есть, соответственно, двор потом облагородится. Тут будут детские площадки, спортивные площадки. И я вам сейчас покажу, за территорией жилого комплекса «Нобель» предусмотрено строительство паркинга. Это вот сейчас мы видим, это я вам сейчас все продемонстрирую, потому что дом находится в центре, с машиноместами в центре у нас, знаете, не так много есть площадей, где разместить полноценные большие парковки, поэтому предусмотрено. И здесь есть паркинг, и, соответственно, есть паркинг специально отдельный на отдельной территории рядом, что очень даже хорошо. Сейчас вам еще раз покажу, что находится внутри. Пока стадия вот такая. Ну, когда дом сдастся, если найдете этот ролик, будете удивлены, в какой стадии он находится сейчас и в какого красавца превратится по завершении строительства. Так, сейчас я нахожусь на первом этаже, тут, где расположено коммерческое помещение. Потолки тут высокие, я думаю, что разместить какой-либо магазин, там, не знаю, офис будет очень удобно. Поэтому, ну и кстати, коммерческая недвижимость еще есть в продаже. Несколько помещений еще, соответственно, продаются. Поэтому, если нужно, не забывайте, потому что время идет, что-то все покупается. Так что звоните и не упустите возможность купить здесь коммерческую недвижимость. Сейчас вам показываю с такого ракурса, со стороны частного сектора, то есть в ту сторону улицы Новой, перекресток, это вот как дом строится в эту сторону. С обратной стороны здесь получается частный сектор. Вот что вам обещал, вам показываю, что здесь территория как раз будет предусмотрено строительство паркинга. Так как, еще раз повторюсь, дом находится в центре, нет возможности асфальтировать там огромные площади для парковки автомобилей, но есть возможность построить паркинг. Вот это все будет здесь. Поэтому, в принципе, дом без минусов. Качественное, дорогое жилье, интересные планировки и паркинг. То есть все, что, в принципе, и нужно. Так, ну показал вам стадию строительства жилого комплекса. Нужна какая-то информация, консультация, цены, планировки. Захотите купить здесь квартиру, прийти сюда,
на показ, нужна помощь с ипотекой, звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Внизу под роликом в комментарии оставлю ссылку на сайт с ценными планировками для ознакомления. Ролик заканчиваю. Всем доброго, до свидания.